Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трешечковый видосик, не какой-то там роллинг мега-трэш. Мы сегодня будем с вами болтать по поводу героев, которых не стоит качать и которые не будут использоваться. Конечно же, на любом аккаунте начинающем все герои топовые. Это поначалу. Потом, когда вы уже доходите до какого-то определенного периода, у вас некоторые герои валяются. В любом случае, вам придется качать всех героев. Почему? Потому что есть такая у нас локация Нарсия, где качается судьба героев. Соответственно, вы можете прокачать ваших героев. Вот, в зависимости от количества вот этих вот очков синеньких, кристалликов, многие ребята спрашивают. Вот я не могу дальше качать. Видите, у меня некоторых героев, кстати, нет после обновления. Но они, по сути-то, есть. Они уже вкачанные даже. То есть здесь они есть, они получены. Просто вот некоторых нету. И, соответственно, у меня будет показывать, что я не могу качать дальше судьбу. У многих такое есть. В любом случае, для того, чтобы поднять силу, если у вас в планах прокачать силу, вам придется прокачать героя любого с тех, которые есть. Ну, я имею в виду тех, которые эволюционируются, сделать ему аугментацию, прокачать созвездие в топ, чарку поставить, и потом вы можете его слить. У вас тогда будут сохраняться очки, и в принципе у вас будет сила считаться. Если же у вас этого нет, то у вас этого нет. Вот, например, здесь, если зайти посмотреть, видите, многие герои у меня на аккаунте нет, и у меня не засчитаны некоторые очки. Вроде как бы. Но по сути прокачанные герои есть. Ну, в общем, суть вообще не в этом. Без всех героев вы не сможете набрать определенное количество очков каждой с этой линии, чтобы прокачать 13 скилл. Там 11 качается, в принципе, запросто. 12 тоже так себе. А вот на 13 реально надо дофига. Сейчас даже мы зайдем. Я, по-моему, здесь до 40-й докачивал. Вот 40-я, да. Вот у меня 53-я. Сейчас с вами вот так вот покачаем, посмотрим. Заодно вы посмотрите, что это такое, насколько нам хватит. Ну вот видите, здесь можно 13-й прокачать. То есть надо как минимум, сколько там ему надо, 48 тысяч. У меня 53, то есть хватает. Ну, у многих не хватает. То есть это все качается, соответственно, это все дает потом силу. Я этот аккаунт уже давно так не качаю, поэтому здесь оно все не вкачано. Такс. В общем, поехали. То есть, соответственно, я вам просто рассказал, показал, что вам придется в любом случае качать аугментацию, чтобы повысить силу. И прочее, чтобы получить очки. Поэтому все герои важны, нужны, без них никак. Так, ну начнем со столицы. Паладин, имба, который нигде у вас использоваться не будет. Если вы видите видосы, где я называю его имбой и трешую, он всех нагибает. Это исключительный случай, когда в героя вложено до хрена средств и просто чисто в ознакомительной цели. Бесполезный. Снайпер тоже трешевал, проходил подземки, причем до кошмарок, 7-х там, и 7-е мы тащили тоже с гарнизоном при максимальных прокачках. Возможно, сделаю вам некоторые герои, напишите, каких вы хотите с гарнизона увидеть на максималке, что они могут. Ну, в общем, вот так вот, тоже бесполезно. Варлок на сегодня тоже бесполезный, как бы там ни говорили, кто его сейчас использует, но он на битве гильдии уже не тащит. Гаргул, его место занял, скажем так, ворожей, но Гаргула в любом случае качать надо. То есть давайте так, я вам расскажу именно тех, кого можно не качать, кого использовать не будете. Гаргул нужен. Валентина, ну, честно говоря, если у вас есть Купидон, я забыл о Вальке в топе, я забыл вообще об этом герое, пока я ее не пользуюсь. Бигфут однозначно, да, Роза надо качать. Оборотень — это гарнизоны. Гарнизоны можно вообще не качать, без гарнизона можно обойтись. Чисто ради очей, не более того. Влад Дракула бесполезный на сегодня, на все 100%. Артешка то же самое. Одержимый как вариант прокачки для
Новичков для прохождения подземок. Не более того, призрачный чисто для гоблинов в древних, ой, не в древних, в лабиринте использую, больше нигде. Некрос, ну, не знаю, не актуален он на сегодня. Фобос, топчик. Шапка, донатный герой для бездонатов, ну, с ним можно проходить подземки, но тоже бессмысленно, вливать ресурсы. Ведьма, морозница, душек, душек нужен. Душек тащит, душека можно сделать на максимальное уклонение, подземки пройти, душеком надо и можно пробовать бить смотрителей. В общем, да, Леди Лео однозначно да, а Вольт, ну так, на любителя, тоже заклинательница бесполезна, единственное, подземки тоже бесполезны. То есть, посмотрите, у нас космотопчик, у нас с трех линеек, которые мы только рассмотрели, ну, героев я сейчас вам так скажу. Сколько у нас тут получается? 21 герой. По линейкам, ну, 1, 2, 3, 4, 5, пусть будет 6, ну, 7, 8. 8, ну, то есть даже меньше трети героев, которые используются, которые будут полезны, которых можно качать, и они хоть что-то смогут. И то не факт, смотря как вы прокачаете, какие локации, то есть они не настолько актуальны, они не настолько востребованы. Дальше, ну, бочка это имба, смерть для подземок, ну, как по мне, у многих уже есть Анубис, и она просто не актуальна, Фараон аналогично, Анубис, Рино нужны, Тесса нужна, Зефир однозначно, да. Дальше, Дриада бесполезная, Друид тоже утратил свою, если раньше Архидемон, сейчас он не актуален, вообще никак, Фея аналогично, Триант, да, Стрелок, да, Фрейя, да, Трифит, ну, в принципе, да. Дальше, Палач, Рыцарь, два героя, которые обалденный стан, которые не актуальны на сегодня. Ара, ну, такое, ладно, пусть будет актуален, можно им играть. Капитан, Кинди, Седна, Командора, да. Ангел, Бог Грома, нафиг не нужны. Купидон, Хранитель Фина, ПБшка, эти, да. Следующее, Деревня Вуду. Раз, два, три, сразу же шаман, циклоп, королева змей, это гарнизонные, не отпадают, их, в принципе, и качать там особо не затратно. Медуза, ворожей, да, рибит, ну, такое говнецо, я вам скажу, ну, в принципе, для прокачки иногда можно использовать, но, честно, нет. Оккультист, алхимик, нет, дракон, вроде когда-то имбовый герой донатный, единственный, где его могут еще использовать, это на смотрите, ой, на этих, на боссах близких, и то есть герои покруче, по домашней, по ДПСной. Разруха, хрень полная, донатная, самый дорогой донатный герой с линейки, не актуален. Укротитель, да, Дракос, нафиг не нужен, огнекрыт, Зимеройка, да. Субтирание, три первых нет, четыре следующих да. Ледяные дебри, тыква да, ледяной дьявол это единственный из гарнизонных героев, которого можно и нужно использовать на определенных локациях, на подземках. Он очень хорошо тащит, у него нету кулдауна, он замедляет, даже некоторые его на лаву берут. Тоже очень обалденный герой, вот единственный из гарнизонов, кто мне, ну, кого можно оставить. Атлант, да, бульдозер бесполезный, Арктика, в принципе, да, ведьма, Махатма, да. Суккуб, Тритон, Сноу бесполезный. Дед Мороз для подземок, и то я думаю, что многие уже забили на него, не актуален. Химка, Химка, да, Малышник, Капитан Рогатка. Ну и последняя линия, Гигант, Панда, нафиг нужны, Гарпия, тоже по сути нафиг, остальные да. Итого подведем, сколько у нас там на сегодня героев, 91 герой, из них... Я думаю, даже половины нет. Вот возьмем даже тех, вот я возьму просто ради интереса, кого я использую хотя бы раз в месяц. Гаргул, Валька, Бигфут, Роза 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, ну 50 пусть будет, 55 героев. То есть, по сути,
50 героев, которые на сегодня вообще, ну, не то, что не используются, а вообще просто не актуальны. То есть больше половины героев, которые у меня есть, ну, вообще есть в игре, они просто не то, что есть новые герои, тогда даже можно меньше сделать. У меня там используется намного меньше даже героев. Они просто не актуальны. То есть их негде применить, они не имба, они ничего не могут, они бесполезны, они бестолковые. Единственный вариант — это просто направить на атаки фортов, на спам. Все. То есть, по сути, вот так вот. Половина героев в игре, которых нужно реанимировать, я не знаю, там как-то переделать, добавить какие-то новые таланты. Потому что выходит новый герой, который имеет, по сути, ну... 4 раза больше преимуществ, имеет по 2, по 3 таланта, имеет кучу иммунитетов, имеет все возможные там мега бонусы, а у старых героев этого нету. То есть, соответственно, вы вложились в старых героев, они у вас просто либо есть, вы просто их не сливаете, потому что жалко, либо вы их просто сливаете и теряете на этом ресурсы. С каждым разом выходит, каждый месяц у нас выходит новый герой, а актуальность предыдущих просто пропадает. Вот это вся, скажем так, печаль. Иногда бывает, конечно, старые герои там выстреливают, тот же самый Атланта, мега эпический. Бывают варианты, но для 50% героев просто нету применения в игре, и это печально. Они штампуют локации, но эти герои там не актуальны. То есть, по сути, все, что старое, оно отходит. И то же самое с талантами, то же самое с чарками и прочим. Просто куча хлама в игре. Ну, будем надеяться, что они когда-то наведут порядок и задумаются над тем, чтобы реанимировать героя. В общем, вот так вот. Пишите, кого вы используете, кого не используете со старых героев, где применяете. Возможно, что-то новое откроем, будем трешевать. Все, всем удачи, всем пока.